Всем привет, друзья! В этом маленьком видео я хотел бы затронуть технику правильного дыхания. Многие, особенно на тренировках ребята, когда начинается у нас пробежка, разминка, на первых буквально сотнях метров они начинают задыхаться. Когда с ними начинаешь разговаривать по этой теме, что, ребятки, для того, чтобы вы не задыхались, нужно дышать глубоко, дышать животом, они говорят, мы все правильно делаем. Но на самом деле получается, что они дышат, задирая плечи вверх, то есть пытаясь себе помочь подъемом плечевого пояса набрать больше воздуха в легкие. Хотя этим способом, когда вы вот так вот пытаетесь дышать, вы забиваете только верхнюю часть легких, и по периферии среднюю часть. Нижняя часть легких у вас не работает вообще. Для того, чтобы работали легкие полностью, вы должны представить себя как воздушный шарик. Вот воздушный шарик, он как у нас наполняется воздухом? Он же не наполняется сначала от горлышка, надувается, а потом сам шарик. Сначала он надувается внизу, а потом набирается полностью воздух в этот шарик. До конца. Точно так же наши легкие. Для того, чтобы правильно дышать, для того, чтобы изначально научиться, к примеру, даже легко бегать, спокойно бегать, не задыхаться, вам необходимо освоить одно очень важное упражнение. Представьте себе, что вот вы действительно, вот вы воздушный шарик, да? Сначала мы начинаем дышать, распуская живот вперед. То есть, когда мы вдыхаем, делаем вдох, мы расслабляем мышцы живота и наполняем живот воздухом. Когда здесь живот уже наполнен воздухом, это значит, что нижняя часть легких у нас уже тоже наполнена воздухом. И вот теперь мы начинаем наполнять наши легкие до конца воздухом. Что мы делаем? Наполнив, отпустив живот, наполнив нижнюю часть легких воздухом, мы увеличиваем грудную клетку, наполняя тем самым легкие полностью, снизу доверху, новой порцией воздуха. Задерживаем дыхание на 2-3 секунды и выдыхаем. Сначала сжимаем живот, потом выпускаем воздух. Смотрите, как это действует. Правильно. Один момент. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Через нос нам меньше в легкие и в бронхи попадает различных инфекций, бактерий, вирусов. А когда мы выдыхаем через рот, так мы быстрее освобождаемся от отработанного воздуха нашим организмом. Для тех, кто не совсем, не до конца понимает, как работает это упражнение, положите себе руки просто-напросто вот так вот на живот и начинайте дышать, отпуская сначала живот вперед. Когда вы научитесь именно вот так вот дышать, тогда вы сможете уже перейти ко второй части этого упражнения на дыхание, наполнять легкие воздухом после того, когда вы наполнили, грубо говоря, живот воздухом. Это очень важный момент не только в отработке различных практик восточных единоборств, но и в той же самой йоге, в аэробике, в обычной гимнастике, в любом виде спорта, даже в ОФП, если вы умеете правильно дышать, если вы владеете правильной техникой дыхания, то у вас все будет классно, и вы будете всегда в отличном состоянии, в прекрасной спортивной форме. Помимо вот этого упражнения, есть еще несколько различных способов дыхания, которые развивают не только саму дыхательную систему, укрепляют кровеносную, укрепляют сердце, очищают ваши мысли,
Я вам сейчас покажу эти упражнения. Они действительно очень легкие, и они очень хорошо вписываются в повседневную жизнь любого человека, который занимается, будь то обычная утренняя гимнастика, или ОФП, или еще что-нибудь. Если вы будете ежедневно делать эти же упражнения, то буквально через месяц вы заметите, как ваш тонус поднялся выше, иммунитет ваш действительно будет укрепляться и становиться еще сильнее и лучше, и вы будете чувствовать себя всегда в отличном настроении. Значит, смотрите, мы становимся в обычную легкую свободную стоечку, позицию, и начинаем дышать. Вдыхая через живот, вдыхая, мы поднимаем руки вверх над собой, задержав дыхание, разводим руки в стороны, выпускаем воздух из себя, складываем ладони около живота и помогаем нашему животу избавиться от остатков углекислого газа. Старайтесь выдыхать как можно больше воздуха, чтобы получить как можно больше свежего тоже. Это одно упражнение. Второе упражнение делается приблизительно так же, но несколько иначе. Ставим ноги на ширине плеч и начинаем работать. Помогая своему организму такими легкими, несложными упражнениями, вы укрепляете свое здоровье. Об этом я уже сказал в начале видео. Очень важный момент, это очень важный аспект не только в практике восточных единоборств, но и вообще в спорте в целом. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий у нас на канале. Оставить свой комментарий. Будьте с нами на канале. Сейчас весна. На улице светит солнце. Оставайтесь с нами. Всем добра!